Здравствуйте, с вами магазин «База Автозвука». Сегодня мы рассмотрим универсальную противотуманную фару от компании VSM, модель HO5-461-2.0. Поставляется она в фирменной упаковке. Давайте рассмотрим комплектацию ее. Сама фара идет. Фара идет под цоколь H11. Корпус полностью у нас пластиковый идет. И спереди стекло находится. Крепежи 4. Вот заглушка для установки самой лампы. Стекло не рифленое, гладкое. Вот, ну и внутри отражатель установлен. Также имеется инструкция на разных языках, есть схемы подключения. Лампы могут устанавливаться сюда различные, но обязательно только галогеновые. Вот, ну и цоколь H11. То есть усиленные можно ставить обычные, кому как угодно, с разным свечением, то есть с разной температурой свечения. Вот, при покупке на данную лампу распространяется гарантия. Дополнительные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.